Здравствуйте, уважаемые палачане! Полоцкий вестник. Всегда есть что почитать. Школьники отпраздновали выпускные вечера. Репортаж из Ветринской средней школы имени Тябута читайте в свежем номере Полоцкого вестника. Обратите внимание и на очередной выпуск «Делового вторника», где опубликовано решение Полоцкого райисполкома, которым определены места для купания. Из свежего номера газеты вы узнаете о том, как проходит заготовка кормов в сельхозпредприятиях Полоччины. Журналисты Полоцкого вестника продолжают знакомить вас с событиями, состоявшимися в рамках празднования Дня города, и предлагают вашему вниманию репортажи о международной акции «Ночь музеев». Напоминаю, что продолжается подписка на газету «Полоцкий вестник». Оформить ее можно в каждом отделении почтовой связи. Подписка сразу на полугодие по льготной цене всего 200 тысяч рублей позволит вам сэкономить. «Полоцкий вестник». Читаем вместе.